Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хотите украсить ваше вязаное изделие вот такой интересной резинкой? Сейчас я вам покажу, как ее вязать. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Мовий. Она прислала к нам свою просьбу в сообщение группы ВКонтакте. Также в сообщении была прикреплена схема, но так как я там нашла небольшую ошибку, схему я переделаю. Давайте начнем вязать, мне особо тут нечего рассказывать. Мы с вами свяжем сам узор. Я не буду вязать резинку, мы свяжем раппорт узора. Один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Раппорт узора составляет 18 петель в ширину и 22 ряда в высоту. Перед вами будет схема. Это схема для кругового вязания. Это значит, что все ряды на схеме показаны как лицевые, как узор выглядит на лицевой стороне. При поворотном вязании мы в четных рядах будем петли вязать наоборот. Набираем на спицы 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 2 изнаночных, 4 лицевых. Шесть изнаночных, четыре лицевых, и две изнаночных. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я видео всегда пропускаю, и вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд. 2 изнаночных. Берем дополнительную спицу, оставляем 2 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Мы перекрестили 4 петли в левую сторону. Далее 6 изнаночных. 4 петли нужно перекрестить в правую сторону. Оставляем 2 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. И 2 изнаночных у нас в конце ряда. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых. Теперь 4 петли нам нужно перекрестить в левую сторону. Я вам показала со вспомогательной спицы, но небольшое количество петель я перекрещиваю без вспомогательной спицы. 2 петли оставляем перед работой. Я просто меняю пары петель местами. Далее провязываем 2 изнаночных, и петли, оставленные перед работой, мы вяжем лицевыми. Далее будет 2 изнаночных, и теперь 4 петли мы перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 2 петельки за работой. Провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. И до конца ряда у нас будет 2 лицевых и 2 изнаночных. В шестом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Седьмой лицевой ряд.
2 изнаночных. Снова 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Я просто меняю петли местами. Пары петель. Провязываем 2 изнаночных. И петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее у нас будет 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и 4 петли мы перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. В конце ряда 2 изнаночных. В 8-м изнаночном ряду петли по рисунку. 9-й лицевой ряд. 4 изнаночных. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет у нас 2 изнаночных в центре и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. В конце ряда 4 изнаночных. В 10-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11-й лицевой ряд. 4 изнаночных. Теперь нам нужно 5 петель перекрестить в левую сторону. 2 петли оставляем перед работой. Провязываем 3 изнаночных. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее 5 петель перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. И у нас будет 4 изнаночных до конца ряда. В 12-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13-й лицевой ряд. 7 изнаночных. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые и петли, оставленные перед работой, мы тоже вяжем лицевыми. 7 изнаночных до конца ряда. В 14-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 15-й лицевой ряд. 4 изнаночных. Затем перекрещиваем 5 петель в правую сторону. 2 петли оставляем за работой. Провязываем 3 лицевых. И петли, оставленные за работой, мы с дополнительной спицы провязываем. Так, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее 5 петель перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую.
И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. И до конца ряда у нас будет 4 изнаночных. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 петельки перекрещиваем сначала в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее у нас будет 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки оставляем перед работой. Провязываем 2 изнаночных. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. В конце ряда у нас 2 изнаночных. В 18 ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых. Перекрещиваем 4 петли вправо, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. В центре у нас будет 2 изнаночных. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. И до конца ряда у нас будет 2 лицевых и 2 изнаночных. В 20 ряду петли вяжем по рисунку. 21 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем вправо, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И 4 петельки перекрещиваем в левую сторону. Оставляем перед работой 2 петли, провязываем 2 изнаночных. И петли, оставленные перед работой, мы вяжем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночных. 22 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. Это последний ряд раппорта. И здесь мы уже переходим на вязание резинки 2 на 2. Мы провязали с вами один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Вот такая интересная коса украсит любую вязаную резинку. Давайте скажем спасибо Мови за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!